Я вас приветствую, дорогие зрители, меня зовут Агаси, и в этот раз хочу вам предоставить роскошную квартиру на первой береговой линии в районе Махмутлар. Тут имеется у нас два санузла и два балкона. Квартира большая, минимум 108 квадратных метров полезная площадь. Это у нас первый санузел. Теплые полы только находят у нас в санузлах. В этой стороне балкон, юго-западная сторона, видит горы, видит море. Прекрасный вид, где-то 8 квадратных метров. Спальня где-то 23 квадратных метра. Кондиционер фирмы Арчелик. Телевизор DigiTV, ну, можно поменять. Качественная мебель. Те, кто ищет роскошную квартиру на первой береговой линии в хорошей локации района Махмутлар, вот вам очень хороший вариант для покупки. Очень хорошая прихожая. Это у нас второй санузел, как вы видите, есть теплый пол. Душевая кабинка. Квартира после полного ремонта. Заезжай и живи. Что хочу отметить, вот этот стиль у нас редкий, и квартира на данный момент одна из красивых на рынке. Это у нас вторая спальня. Тут где-то 12,5-13 квадратных метров полезная площадь. Тоже кондиционер фирмы Арчелик. Эта сторона юго-западная также. Вот встроенный шкаф. Глубокий. До потолка. Показываю все детали. Можете даже онлайн отправить задаток. Будем ждать вас. Кладовка есть отдельно. Открытая территория, парковка, большой бассейн со своей горочкой, аквапарком своим. Айдат 600 лир. Стиральная машинка фирмы Арчелик. Видите, да, что она отдельно находится. Не в кухне, как говорится, стиральная машинка. Проточный водонагреватель фирмы Siemens. Тут также шкафчик такой. Потрясающий вид на море, на крепость Алании. Высокий этаж, не крайний. Вид покажу на месте, когда пройдете. Сейчас ничего не буду показывать, только квартиру. Так будет интереснее. Вот. Все с доводчиками. Гранитная сталь, тут моечка. Здесь балкон как бы огромный, большой. Бытовая техника, как я увидел, вся фирма Арчелик новая и мебель новая. Квартира. Ламинат по всей квартире. Нет, ламинат здесь и в спальнях. Тут у нас плитка большая. Освещение снизу. Так, еще раз показываю. Я уже уверен, что кто-то уже хочет эту квартиру купить. Потому что, как говорится, редкий вариант на рынке недвижимости в Алании. Ставим лайк, подписываемся на наш канал, чтобы не пропускать новые ролики. Редко снимаю, но из-за вот этих
положение в мире, ситуации. Так, айда 600 лир. Цена этой квартиры 362 тысяч евро. Что еще сказать? Все, жду звонка, что можно сказать. Квартира хорошая, первая линия, вид просто цветочек. Закаты по вечерам здесь обалденные. Крепость Алания по вечерам освещается. Полностью видна крепость Алания. Даже сторона Гази-Паши видна отсюда. Полностью море под руками, под ногами, под глазами, под носом вашим. Закрываем ролик.